Вы на канале Берлин Берлин, с вами его ведущий Андрей. Сегодня мы с вами находимся в самом старом квартале города Берлина, в его центре. Это квартал Святого Николая. Это одна из топовых достопримечательностей города. И здесь город Берлин в 1200 году начинал свое существование. На самом деле, справа от меня находится церквушка, я вам ее покажу. Церковь Святого Николая, которая упоминается немного раньше в летописях, чем сам город Берлин 1200 года. И, конечно же, если вы посмотрите, чем выше церковь поднимается, и тем моложе она становится. На самом деле, все самое старое сохранено в ее подвалах. И вот с этого квартала как раз и начинался наш замечательный город. Блаухаус, абсолютно бесплатный музей с потрясающими экспонатами, которые рассказывают о жизни очень известной в городе Берлине семьи Кноблаух. Именно в этом доме некогда проживал Эдуард Кноблаух, который спроектировал новую синагогу в Берлине. А также, на мой взгляд, одним из эксклюзивных экспонатов этого музея является первый велосипед, который полностью деревянный, но самое удивительное в этом велосипеде – это то, что была специальная подставочка для живота, и она передвигалась в зависимости от размеров этого самого живота. Дворец Ефраима, красавец, с сохранившимися оригинальными золотыми бортиками балкона. На сегодняшний день здесь проходят различные выставки. Николая вас ожидает множество различных музеев, как платные, так и бесплатные. Здесь приютилось очень много красивых кафе, ресторанчиков. Находится одна из самых знаменитых пивоварен города Берлина. И много-много укромных, уютных уголков, которые вас ожидают. Генрих Цилли, берлинский карикатурист, проживавший в городе в начале 20-го столетия, подмечал острые социальные проблемы жителей и выражал их в своих карикатурах.